Так, ёшкин ты кот, шо где-то в этом доме ничего нету? Мне нужно найти что-нибудь, изумрудики. Точно, изумруды, найду изумруды и поторгую жизнь. Что за звуки? Откуда эти звуки? Отсюда что ли? Ага, это ты! Тут никого нет. Это что за штуковина, приколюшная штуковина? Привет. Она такая приколюшная, она какие-то звуки издает прикольные. Привет, а ты добрый? Короче, ты не мой, да? Я тоже когда-то была не мой, но потом мне исполнилось 6, и я научилась разговаривать. Привет. А потом мне исполнилось 6, и я научилась говорить привет. Так, ну-ка, вроде бы эта штуковина должна быть доброй, хотя, с другой стороны, если она в этой штуковине, то, по идее, она злой. Ну-ка. Ну-ка, давайте протестим ее логику. Она сможет понять, что нужно ей это сломать. Ну-ка. Привет. Ты мне доску скинул. А я тебе дам печенье. Может, ты кушать хочешь? О, печенюха! Откуда ты столько печенек? О, у меня стак печенек. А как ты это сделал? Ничего себе, погоди. У тебя их типа в инвентаре много, погоди. А вот с этим что-нибудь сделаю. А, ты мне ее просто вернул? О, у тебя тоже есть кирка. Откуда у тебя кирка? Так, ладненько, мой маленький милый друг. Ты просто... А ты умеешь кивать? Нет, что ты не киваешь. Походу, у тебя атрофированы все мышцы, да? Ты что, умеешь двигать? Погоди, то есть ты меня понимаешь? Приколюха я. И, ребята, я устанавливаю новый контакт с неземной... С неземным существом. А, ты чё, агрессивный, что ли? А ты это, ты отсюда? Чё молчишь? О, ты не отсюда, а ты это, ты инопришленец, верно? Ну, в принципе, мне, если честно, все равно. Я тебя все равно не знаю, мне самое главное найти изумруды. Ты случайно не знаешь, где тут изумруды можно найти? Веди меня, показывай. Так, мне сюда, я иду за тобой. О, май гэш, о, май гэш, о, май гэш, о, май гэш, о, май гэш. О, крипи. Приколюха, ты посмотри, здесь есть голова стопудняк, внутри у него есть мозги, которые можем съесть. Я люблю мозги. А, ты чё меня бьёшь? Ты чё хочешь, чтобы я шла за тобой? Ты такой милый, я не могу. Ёшкин ты кот, там всякие скелеты за мной гонятся, ё-моё. Давай, иди только туда, где нету всяких злых мобов. А где твои эти штуковины, изумруды? О, откуда у тебя еще одна кирка? Ты как это сделал? Ты как это сделал? Ты чё, погоди. Погоди, а как ты это сделал? Ты чё, типа читер? Чё ты крутишься вокруг своей оси? Ты хочешь потанцевать? Ля-ля-ля-ля-ля, давай я спою. Да чё ты меня бьёшь? Чё ты бьёшь меня? Кто меня бьёт? Это чё, где? Я сейчас разберусь с вами, чертилы. Ты видел, малой, что тут выпало с него, эта трешня, с него выпал изумрудик, знаешь, зачем они нужны? Короче, объясняю, так как ты маленький невинный моб, который не с этой планеты, я тебе объясню, мы можем видеть малого, я хочу видеть малого. Откуда у тебя столько яблок, ты что не сказал, что ты яблочный миллионер? Так, мне нужно разобраться с этими чертами, но я туда, если честно, не хочу спускаться. Так, ладненько, малой, это, ты где? А ты случайно не знаешь, где тут есть поблизости деревня? Я хочу вот на этот изумруд купить. Знаешь? Ну-ка, веди. Ты что делаешь? Тебе помочь сломать? На, держи топорик, ломай. Откуда у тебя что, был топор? А зачем тогда я тебе давала топор? Ты что, прикалываешься, что ли? Зачем я тебе... У тебя было два топора! Слушай, а чё они все одинаковые? Такое ощущение, будто ты их копируешь. Ты чё, читер, что ли? Да, ты читер! Вау, вот это приколюха! А можешь размножить мне мои изумруды? Давай, я буду купаться в изумрудах. Слушай, а ты, случайно, не знаешь, почему из изумруда у меня не крафтится изумрудная броня? Не знаешь? Ну ладно. О, чё ты написал? Прикинь, откуда здесь табличка появилась? Ты что ли поставил? Ничего себе, ты писать умеешь? Ты шо, умеешь писать? Я Элэй. А кто такие Элэй? Это имя? Моя способность размножать предметы. О, а что, серьезно? А, ну это ты сказал. Ты же сказал, что ты читер. Я уж понял, что ты читер, умеешь... Откуда ты это взял? Ну-ка, что там написал? Ты что, меня бьешь? Ты драться хочешь? Давай драться, я тебя найду! И спасибо меня стану! Так, ладно, ты что-то написал там. Ну-ка, погоди-ка. Пошли, покажу. Где? Пойдем, покажешь мне деревню. Я только за. У меня куча изумрудов. На, забирай свои таблички. Куча изумрудов, и я хочу поторговать с жителями. Куда нам? Сюда? Тебя, погоди, а надо верстак забрать. Как-то я без верстака пойду. Не-не-не, это не делает, не делает. Так, я иду. Я иду. Где ты? А я не умею летать, а как мне это делать? Ничего, просто бежать за тобой по кустам? А чё ты мне не говорил, что ты этот миллионерновый изумрудный Макдак? Макдак! У меня почти целый стак. Я хочу найти... О, печенюхи! Ой, ты мне их дал, чтобы я тебе отдавала? Давай, ты хочешь, чтобы я тебе построила дорожку из них? О, смотри, здесь можно купить у него хлебушек. Смотри, это тебе. Любишь хлеб? На, держи. О, ты тоже купил у него хлеб? Ой, куда так? Ну, той, ты чё, у меня весь инвентарь забит. Ёшкин ты кот, ты что творишь? О, слушай, а ты это умеешь пахать грядки? Давай тебя научим, давай. Смотри, как это делается. Опачки, повторяй за мной. Давай. Ну, да, ну ты чё? Ну, давай, ну, делай. Ну, чё стоишь? Делай. Ну. Ну, ты
будешь? Давай, давай, пали, ну пали, пали, давай, все, давай, да, ну, ну. У тебя хорошо выходит. Давай, давай. Ты что сделал? Я не понял вообще. Ладно, короче, я понял, это не твое. Ты, наверное, прирожденный шахтер. Пойдем в шахту? Ты повернулся на голема, ты хочешь с ним разобраться? На, держи топор, разбирайся. О, слушай, а мы с тобой прекрасная банда. Ты летаешь, он достать не может, а я его в спину бью. Прикольно, да? Так, погоди, мне выпало железо. Так, ровно 5 штук, это мне хватит на шлем. Где у меня верстак? Чё ты меня бьешь? Я хочу сделать шлем. Ты хочешь шлем? Ладно, на, делай шлем. Шлем! Шлем! У тебя все это время был стак железа, а ты мне его не дал? Ну, это, конечно, жадина. О, ты мне принес маг. Это так мило. Зачем маг? Эй. О, ты мне морковку дал. Спасибо, но у меня есть. И вообще, я не люблю морковку. Ее любит Скретчик, а... А Скретчика, кстати, нет, странно. А где? Ну и фиг с ним. Без него пройду Майнкрафт. Ня-ня-ня. С тобой мы будем лучшие друзья на свете. Только Скретчику не говори, ладно, то он обидится. А! Ты что делаешь? Это тебе. Ты как маг. А почему ты спрашиваешь, почему? А вот Скретчик говорит, почему? Спроси, почему? Все понятно. С тобой не интересно. Со Скретчиком интересней. А! Что такое? Что ты... О, табличка. Так, что такое? Так, ну и что тут ничего нет? Ты будешь писать или не будешь? Почему тут? А что? О, с другой стороны, пошли нальем пул. Стынную пирамиду. Ты неправильно написал. Пустынную надо написать. Ладненько, пойдем найдем. А зачем, кстати, тебе пирамида? Я не понял. А, ты что, ты бьешь меня? Ты маленький агрессивный лоб. Я тебе покажу, где раки зеленые. Я все Скретчику расскажу. Да что ты бьешь меня? Я тебя убью. Ну-ка, найди мне эту... А у тебя, случайно, нету ТНТ, а? Точно, мы найдем в твоей пустынной пирамиде ТНТ, и ты размножишь мне ТНТ, все. Идеально, давай, а куда нам идти? Да чё ты меня бьешь, ёшкин ты кот, ты что вообще, что ли? Спасибо, 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 это так мило, слушай, ты милашка. Ща покажу, как надо это делать! А зачем ты убрал кнопку? Ты что, знал, что я хочу показать тебе сюрприз? О, кнопка. Бабах! Да ты где кнопка? Она что, что тут была? В смысле, в чем прикол? Она еще... Это ты ее взял? Где кнопка? Она снизу? А где ТНТ там все? Все ТНТ мои сперли, ты прикинь, ТНТ пропали, это пипец. Они у тебя, они у тебя. А так полезно то, что ты умеешь летать, трэш. Слушай, а ты в разы полезнее, чем Скретчик. Скретчик так не умеет. Слушай, а где... А, динамит, господи, боже мой, это просто прекрасно. Слушай, а можешь мне размножить динамит? На, держи. Слушай, а у тебя случаем нету огнива? О, ты хочешь потанцевать? Давай. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Малинки, малинки, такие вечеринки, зеленые пластинки. Так, что ты тут написал? Ты знаешь, где можно найти зажигалку? Да, я знаю, где можно найти зажигалку. Ее можно найти. А, смотри, я тебя сейчас научу. Я так понимаю, ты неопытный. Сейчас я тебя всему научу. Мы, короче, берем, ныряем и ищем вот эту вот штуковину. Опачки. Смотри, мы с тобой берем вот этот вот гравий, потом ставим и ломаем, пока нам не выпадет кремень, называет. Во-во-во-во. Так, что-то мне ничего не выпадает. Прикинь, какой-то развод, походу. Так, так. О, выпал кремень. Да что ты меня бьешь? Я тебе сейчас глаз на попу натяну. Смотри, я скрафтила. Теперь давай научу пользоваться вот этой штуковиной. Ты, короче, берешь. Вот так вот ставишь очень-очень много вот этой красной штуки. О, да-да-да, молодец, молодец. Ты понимаешь, вот ты сразу видно, вот мы с тобой подружимся, потому что ты мыслишь ровно так же, как и я. Ты тоже немножко отбитый. Так, смотри, а теперь поджигаем. Тебе понравилось? Я, наверное, думаю, ты хочешь себе тоже зажигалочку. Давай. Ой, да не, мне, в принципе, одной бы хватило, но... О, ёшкин ты кот, места нет, места нет. Вот так нормально. Все. Теперь мы с тобой должны пройти Майнкрафт. Сейчас ты когда-нибудь убивал дракона? Да, то есть ты проходил Майнкрафт? Ну, раз проходил, давай, веди, где это? Ну, это портал. В этот, Эндермир. Слушай, я тебе очень благодарна. О, да, ты вот прям читаешь мои мысли. Ну, знаешь, так как ты читаешь мои мысли, ты, наверное, уже знаешь, что я тебе скажу. Мы с тобой очень хорошо провели вот это вот время, сегодняшний день и сегодняшний рассвет, закат. Короче, я к чему это? У меня слишком много ТНТ, и я просто никогда столько ТНТ не имела, понимаешь? Я хочу построить большой гигантский замок из динамита. Понимаешь, я не хочу... проходить Майнкрафт, а ты, наверное, хочешь, да? А чё ты бьёшь меня? Чё ты бьёшь? Чё, ты хочешь убить дракона? Так чё ты бьёшь меня? Я не понимаю, чё ты хочешь? Что ты хочешь? Ты ничего не хочешь? Чё ты вертишься, нет? Ну так всё, пойдём строить дом из ТНТ. Давай, 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 помогай мне, помогай мне. Это будут гигантские стены моего дома, моего замка. Так, так, так. Моя крепость. Это был ты? Это был ты, да? Строй ТНТ дом. О!